Верхней Пышме подросток угодил под колеса машины. 13-летний парень возвращался из школы и решил сократить путь, минуя пешеходный переход. Он, видимо, был так увлечен идеей поскорее добраться до дома, что при переходе дороги в неположенном месте даже не посмотрел по сторонам. 41-летний водитель, увидев подростка на дороге, не успел затормозить и наехал на пешехода. Мальчик с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.